водители, видео для вас. Вообще супер. Делюсь опытом. Короче, лето, сейчас же жарко, да. Положил очки вот тут на приборную доску себе, ну, за рулем, короче, на торпеду положил. А вот. Ну, лежат мои очки, все нормально. Я заметил, многие так делают, кладут на торпеду. А вот. И я же тоже положил, ну, брать удобно, все. Короче говоря, только что возвращаюсь с работы, еду, ухожу на правый поворот, короче, и маячка, окно открыто полностью, до упора, короче. И я ухожу в правый поворот, вот, и такие мои очки, смотрю только по торпеде, только и в окошко только так шук, и улетели на ходу в окно. Это паника. Ну хорошо, что сзади за мной сразу же светофор включился, красный свет. Я принял вправо, аварийку запарковался. Люди пошли по пешеходному переходу. Короче, такой бегу, думаю, блин, ё-моё, они уже заканчивают переходить. Думаю, блин, сейчас, короче, раздавят мои очки, будет все, капец. А когда смотрю, мужик такой, только раз наклоняется уже их поднимать. Рассмотрел такие нормальные очечки. Я думаю, не, мужик, ты не угадал, короче, я на педали еще больше догнал того мужика. Вот, ну ничего, повезло, очки не разбились. Короче говоря, не кладите, ребята, очки на торпеду, вот так вот они в окошко улетят когда-нибудь, и все, и капец вашим очкам.